Так, мои мешки. Под глазами можно собирать картошку. Если что, вы знаете, как использовать меня в случае моей смерти. Так, погнали. Аньон, аньон, аньон. Салем, салем, салем. Сегодня у меня опять туча заявок. Назовем их просьба подписчиков. Я надеюсь, что все подписаны, кто заявки делает, да? Если нет, то можете не подписываться. И заявки тогда не делайте. Так, злая я. Так. У меня запутались провода, как обычно. Все очень просто у меня. Просто снять видео это. Вообще некуда. Я как Зак. У него как у Дулата все всегда. Только у него цепочки, а у меня наушники. Так, вчера, кстати, посмотрела фильм про 91-х. Никак не хочу это комментировать. Я вердала всю первую половину фильма. Там в середине фильма. Зашибись, короче. Я готова. Заявочки. Juice Stage Q Fest. Догадайтесь, на кого. И 91 Q Fest. Да, я где-то уже подготовила. С таким тупым видом сижу, соображаю. Сказала два одинаковых слова, ладно. Просто тут написано Juice Stage и просто Live. Так. История просмотра, история поиска. Я не смотрела эти видео. Я их закинула посмотреть. Блин. 91, вот он. Да, у меня сейчас появился плейлист 91. Кто бы сомневался. Там у нас 29 видосов на данный момент. Так, сейчас мне главное найти это. В таком огромном списке. Вот, я вижу 91. 91. Я пересниму. Нет, я же снимаю с одного дубля. 91, короче, я начинаю заговариваться уже. С обилием казахских слов. Так, Juice Stage я вижу, 91 Q Fest вижу. 14 минут 12 секунд, 91 Q Fest. Сейчас, как обычно, подождем полчаса, все загрузится. Подготовиться. Так, подождите, ребятки, вы-то готовы, я-то нет. Я еще разверну на весь экран, мне же надо видеть вас. Сегодня я пью вишенку. Это калему и айсу. И вообще к 91 всем. И 7 Light. Погнали. Я готова. 91. Калем. Так, тихо. Надеюсь, меня слышно. С голосом непорядок. Алматы арена. Концерт. Вау, что там? Костюм какой-то. Индийский. Это как спешл выступление. И дует. Очень холодно. Масштабные шоу, вороны такие. Это как шаманы, да, в степи. Призыв дождя, призыв 91, призыв свободы и независимости. Флаги. Столько поклонников. Почему меня нет в этом зале? Я о них не знала так. А на какой песне у них стейдж? У них есть свои лайфстики? Интересно, как бы вот я сейчас смотрела их предыдущие клипы? С какой реакции? Let's get together, let's go! Damn,
Сколько его было в фильме? Он там такой крутой. Закусик мой. Сокращаю как могу. Даниарчик с белыми волосами. Голос у него классный. Сейчас, наверное, партия Эйса будет. Помогите. Мне надо как-то подготовиться к этому. Выйти из комнаты, например. Жарко. Жарко и холодно одновременно. Так надует. Волосы мокрые. Почему Энзи такой красивый? Маленький мой поет. Так, не повторять движения. Данс практика существует? Или просто живые выступления посмотреть? Так идут волосы длинные. Горячие дети. Это их флаг. 91. Я не знала, что у них есть слайсы, кстати. Сколько стоит? Салем, Арне! В комментариях. Салем, зайка. Кюпоп, Сиркон, Дерка, Зралданс, да. 91, немесе 91. Как красиво. Все синенько, как я люблю синенько. На какую песню? Хорошо поет. Голоса у них просто. Маленький, туда же, да? Я обожаю, когда он говорит, он у него такой интересный говор. Я узнаю этот голос, этот сладкий голос. Мне даже в кадр смотреть не надо. Mm-hmm.
Что за женщины в кадре? Успокойся. Вечно он как кадр посмотрит. Не в то горло аж пошло. Баттер, привет! Красивый такой. Я еще думаю, почему Баттер не поет. Блин, на них белые, белая обувь. Это шикарно смотрится. Что за женщина вокруг Кейси вертится? Отошла от него быстро. И блондинка красивая. Они там, она так наклонилась возле него прям. Что она хотела от него? Скажите мне. Я-то его просто берегу для себя. Просто берегу. Я не знаю слова. Надо будет посмотреть. Сіздер. Уже хочу туда. Зависть. Рахмет, Алматы! Біз сіздерді сүйеміз. Ну что? Блин, как у него голос шикарный. Аж вибрирует. Красиво. Мой голос. Спасибо, девочки, в комментариях за то, что скинула мне песню Зака. Блин, голос Даника просто... Махабад Визида. Oh.
düşüneceğim. Я знаю, что текст песни глобальный, я уже всплакнула в одной из реакций от этой песни. Но песня просто классная, звучание очень классно. Лекция от Узака. Да, мой зайчик. Все как скажешь, все будет как скажешь. У меня классная татуировка на руке. Пытаюсь назвать, что за на татуировке, но не могу, они там такие крутые. Ну так мило, цветочки. Давайте спать. Занимайтесь любовью, а не войной. Так, что за цитата из... Я в порядке. Квенчана. Так, Квенчана. Хорошо, что вы показывали со спины. Спасибо, хоть на этом. Чтобы я тут утекла под клавиатуру сразу. Концерт. Я захочу на концерт. К ним. Так, это был... Это был Q-Fest. Just Entertainment. Следующее, как, кстати, видео. Оно у меня, по-моему, сразу стоит. Нет, у меня там вообще другая. У меня там песня «Бала» и «Нейтрон». Да. Я вчера случайно в поисковике, как обычно, зайду вечно по поисковику на 91 и найду какую-нибудь прикольную штучку. Так вот, я нашла «Бала» и «Нейтрон». Я еще не смотрела, у меня просто добавлено в сохраненке JJBCQ. Короче, я не знаю, как это переводится, но я обязательно послушаю, потому что наш зайчонок Даник, он... Вишенки. Так. 18 минут реакция. Что-то с этим надо делать. Слишком длинная реакция у меня получается. Люди смотреть не будут. Нет, но некоторые смотрят, конечно. Спасибо, спасибо, спасибо. У-ху. Так. Погнали тогда новую реакцию, но уже потом. Уже все. Хватит.